В поселке Пивань в ночь на вторник сгорели два деревянных сарая, один из которых хозяева использовали как гараж, а другой в качестве курятника. Пострадал хозяин. Вытаскивая из огня вещи, мужчина обжег руки и голову. Постройка вплотную примыкает к жилым домам, однако возгорание первыми заметили не владельцы смежных участков, а соседи. Жительница дома, расположенного напротив, прибежала около 3 часов ночи. Разбудила погорельца, потом соседа, потом бросилась спасать вещи и технику. Смотрю. У меня пламя. Давай быстренько открывать гараж, машину одну. Давай укатывать. Документы быстренько. Раз-раз. Опять пожарные звонить. Спасти из огня удалось Ниву. Вторая отечественная иномарка была слишком далеко от ворот. Миниатюрная АК выгорела полностью. Во второй половине постройки ценных вещей не было. Когда-то здесь держали птицу, но зимой хлев пустовал. Горели два деревянных гаража по всей площади. Огонь стал перекидываться на дом, но дом потушили, не дали распространения огня. Причина возгорания устанавливается. Пламя повредило крыльцо и крышу дома, в котором проживает семья с детьми. Пожар площадью 200 квадратных метров удалось ликвидировать только к обеду. С места происшествия Виталина Кондрахина, Евгений Василенко.